В регионе подвел итоги проект «Таланты маркетинга». В рамках проекта новой профессии было обучено свыше 90 молодых людей. Проект реализован под эгидой молодежного ресурсного центра. Прошедший отбор молодые люди прошли месячные курсы по азам маркетинга. В ходе обучения разделенные на группы курсанты проверяли теорию практикой. Занимались маркетингом различных предприятий для продвижения их работы и привлечения потребителей. Признанные лучшими получили денежные сертификаты от предприятий. Отдельные маркетологи получили приглашение на работу. Маркетингом лучших предприятий нашей области, как правило, занимаются специалисты Алматы и Нур-Султана, то есть средства уходят туда, потому что у нас нет таких специалистов. Мы поставили задачу восполнить этот пробел. Спрос на этих специалистов растет день ото дня. Среди преимуществ нет привязки к рабочему месту. Можно работать сразу в нескольких местах. Это очень удобная профессия. По жеребьевке нам досталась клиника. Мы занимались маркетингом клиники, завоевали сертификат на 66 тысяч тенге по двум номинациям, а также выиграли сертификат проекта на 30 тысяч тенге.